Всем здорово, ребят! Ну что, у нас есть с официальной группы ВК новая инфа. Ребята скинули в официальной группе. У нас есть постик по поводу нового героя. Посмотрим, сейчас я скачаю отсюда линку. Так. И добавлю вам ее. Покажу этого героя и подумаем, что это может быть такое. Так. Добавить изображение. Загружу. Готово. В общем, вот такой вот герой. Ай. А, не могу. Делаю побольше. Ну, судя по всему, оса. Или пчела. Центру сделаем. Что этот герой будет делать, неизвестно. Посмотрим. Обновление уже близко. В нем ожидает множество нововведений. Одним из них поделиться новым героем. Прекрасная королева, которая жарит как оса. В общем, это оса, ребят. Что это будет, непонятно. Посмотрим. В общем, такой вот герой. О нем ничего не известно пока. Но, судя по всему, это будет летающий герой. Первая это обычный, вторая это эволюция. Скина пока нету. Скорее всего, как оса там, допустим, будет бить по одной цели и дохнуть. Это скорее всего сразу же дохнуть. Но больше такого ничего не известно пока. Такая вот инфа, мини-видосик для вас. Пока писал видос, смотрю кучу уведомлений ВК. В общем, пишите комменты, что вы думаете, какой будет герой. И интересно уже посмотреть все-таки по обнове, что там будет нового. Ну, я думаю, день-два, и мы это узнаем. Все, всем удачи, всем пока.